выкапываешь корень, увидел, да? Вот думаешь. Ну вот из него можно что сделать, из этого корня? То есть вот у вас вот какие ассоциации с этим корнем, да, что можно, с него можно сделать что угодно. Именно так и творит художник свои работы, думая, рассматривая, ища знакомые очертания, которые создает сама природа. Например, из этого корня можно сделать красивый подсвечник и украсить его бабочками или столик. Это вот природа создает линии. И вот одна женщина, мы разговаривали, она говорит, вот природа помнит человека. Вот представляете, природа помнит человека. Вот линию создать совершенно, видите, совершенная линия. Вот художник, скажите художник, вот провести вот такую линию, не каждый художник сделает такую совершенную линию. Портреты представляют собой срезы на березовых капах, которые растут на ветках деревьев. Внутри обязательно изображение. А вот какое именно, решает воображение художника. Вот видите, беседа. Два мужичка беседуют, видите, борода, вот, ну абсолютно, и главное мозги, видите, беседуют. Корнепластика – это совместное творчество природы и человека. Материал мастер ищет, бродя по лесу. Со своими работами Владимир Талашкин неоднократно участвовал в различных ярмарках и конкурсах. С фестиваля художественных ремесел «Артания» Владимир привез две золотые награды.